Здравствуйте, с вами телеканал Shop & Show и я его ведущая Наталья. Каждой из нас известно, что ежедневная укладка волос отнимает много времени, сил. К тому же, чтобы создать красивую праздничную прическу, нужно быть как минимум мастером-парикмахером. Так думают многие. Однако мы заботимся о вашей красоте и нашли решение для вас, чтобы вы смогли создать прическу в домашних условиях. И сегодня я хочу представить вам фен для профессиональной укладки именно в домашних условиях. Этот фен, как вы можете сами видеть, представлен в двух цветах. В черном и в очень таком необычном сиреневом цвете. У каждого из фенов есть две насадки. Что я могу сказать? Он очень удобный в руках. У него очень удобные кнопки, которые расположены прямо под пальцами. Он достаточно легкий, что как бы тоже очень удобно. И самое интересное, что у него необычное покрытие, напоминающее бархат. Собственно, для того, чтобы показать на примере, как можно использовать этот фен в домашних условиях и как вы это сможете делать сами, мы пригласили сегодня в нашу студию эксперта. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. А помогут нам в этом наши модели. Добрый день, девушки. Инна, спасибо большое, что вы нашли время прийти к нам и, собственно, рассказать всем нам об этих... О чудесах этого фена. Как его можно использовать? Да, мне будет очень приятно познакомить наших телезрителей с этим феном. Действительно, он очень удобный и комфортный в использовании. Эту прическу вот на нашей модели, можно я тебя разверну, мы сделали при помощи одной насадки. Это насадка... Это вот эта именно насадка, да? Да, она легко снимается. То есть она вот с таким направлением воздуха. Для чего нужна такая насадка? С помощью этой насадки мы можем легко поднять корни волос, да? Да-да-да. То есть направляя непосредственно под корень и просушить корень, да? Да-да-да. Также при помощи этой же насадки мы можем, направляя воздух, напрячь. Да. Ее подкручивать аккуратно при помощи расчески. То есть вот эти волны мы, собственно, получили с помощью вот этой вот насадки, да? Да. Посмотрите, как эффектно можно, смотрятся легкие, блестящие потрясающе. Локоны. Да, да, да. И такое ощущение, что это, собственно, ее родной волос, да? Что вы не прикладывали совершенно никаких усилий к этому. Да, на самом деле, действительно, это несложно сделать, имея такой замечательный фен. Он очень удобен в использовании. Здесь находятся три температурных режима. Режима. Да. Да. Две скорости. И что немаловажно, здесь находится кнопка холодного воздуха. Да. Для чего нужна эта кнопка? Когда мы прядь разогрели, когда волос стал послушным, чтобы он зафиксировался, его нужно охладить. И чтобы не ждать, мы включаем холодный воздух. Прекрасно. Все находится очень удобно, под пальцем. Да, да, я соглашусь, абсолютно удобно. И мы начинаем дуть на прядь, и, соответственно, она охлаждается. Очень удобно и комфортно. Еще раз посмотрите, какая красивая получается укладка. Всего лишь при помощи одной насадки. И расчески. Быстро, очень удобно и естественно, да? Да. Инна, скажите, пожалуйста, а вот у нас есть еще другая насадка, да, которая называется диффузор. Ну, как бы не все знают, для чего она нужна, как правильно с ней обращаться, и, собственно, что из этого может получиться, когда мы ее используем. На самом деле, если вы посмотрите на эту насадку, то увидите по всей поверхности этой насадки много маленьких дырочек. Для чего они нужны? Для того, чтобы воздух, который выходит из фена, очень равномерно распределялся по прядям, по волосам. То есть мы одеваем насадку, и вот эту прическу на девушке мы сделали при помощи... С помощью этой насадки? Да. Посмотрите. Да, то есть мы кладем волосы и начинаем их сушить. Слегка ничего делать не нужно. Все, ничего не нужно. Мы получаем объем, и посмотрите, как волосы сразу начинают подпрыгивать. Они очень упругие. Локоны получаются очень упругие, и мы можем из этих локонов сформировать впоследствии любую прическу или оставить.
волосы такими, как они есть. Посмотрите, какие очень, они воздушные. Очень естественно, так пышно. И такое ощущение, что волос очень много на голове, да? Действительно, потому что благодаря именно этой насадке да. волос поднимается от корня, и он фиксируется. Угу. При помощи холодного воздуха мы всегда можем быстро охладить, и таким образом наши пряди, наши волосы, они зафиксируются. То есть мы сначала включаем теплый воздух, а потом точно так же, как и в, да. с предыдущей Совершенно насадкой, верно. Потом включаем холодный воздух. Совершенно да? верно. Да, да, да. Охлаждаем, и у нас получаются красивые волны. Прекрасно. Инна, угу. а скажите, пожалуйста, я вот прочитала, что у этого фена есть такая необычная функция, как ионизация. Вообще, что это такое? Нужна ли она? Для чего она нужна? И чем вообще этот фен, благодаря этой функции, отличается от обычного? Эта функция очень важна. Если она присутствует в фене, да. то считайте, что ваши волосы будут всегда здоровыми. Даже и так. никогда не будут сухими. Почему? Функция ионизации позволяет влаге, которая находится на волосах, она как бы разбивает эту влагу, делая ее более мелкой, мелкой-мелкой. И да. таким образом эти капельки, мелкие капельки воды проникают быстро внутрь, в структуру волоса. Таким образом они как бы предотвращают пересыхание волоса и его перегрев. Соответственно, волос, накопив влагу, он остается эластичным, он остается подвижным. Посмотрите. Какие волосы, как они двигаются. Благодаря этой функции мы никогда не пересушим наши волосы. И они всегда будут очень красивые, очень блестящие и будут радовать нас своей красотой долгое-долгое время. То есть получается, что мы с помощью этого фена не только сушим волосы, но и ухаживаем за ними. Безусловно. Безусловно, конечно, мы ухаживаем, потому что каждой женщине, каждой девушке хочется, чтобы его волосы были здоровыми, блестящими и привлекали как можно больше внимания окружающих. Конечно. Ну, вы сами смогли убедиться, глядя на наших моделей, как просто, буквально за считанные минуты с помощью вот этого фена и всего лишь двух насадок мы получили вот такие замечательные прически в домашних условиях. И что самое важное, мы сэкономили наши средства, которые не понадобилось составлять в дорогих салонах или там у суперстилиста. И для того, чтобы стать счастливым обладателем этого фена и получить вот такой результат в домашних условиях буквально за считанные минуты, вы можете, позвонив прямо сейчас по телефону, который вы видите внизу на экране, назвав номер лота 30591 и заплатив всего лишь 990 рублей, стать счастливым обладателем этого замечательного фена, ну или в конце концов приобрести его для того, чтобы сделать подарок своим близким, друзьям и знакомым. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Увидимся снова.